давних времен известно, что обливание холодной водой – это не только совершенствование работы системы терморегуляции, но и тренировка защитных сил организма, укрепление духа, закаливание характера. Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» представляет 11-ю всероссийскую акцию «Быть здоровым – это модно», которая пройдет в формате телемоста не менее чем в 15 регионах нашей страны, где единовременно более 3000 смельчаков обольются ледяной водой в цветах государственного флага России. Быть здоровым – это модно. В акции примут участие такие регионы, как Республика Крым, Архангельская область, Курганская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Херсонская и Запорожская области, Тюменская область, Сахалинская область, город Санкт-Петербург, Хабаровский край, Пермский край, Московская область и многие другие. Информация о времени и месте проведения акции в регионах будет объявлена в следующем ролике, который появится уже через несколько дней. Всю информацию можно узнать на сайте bytezdorovym.ru.rf или в нашей группе ВКонтакте. Ссылку на группу и сайт смотрите в описании к данному видео. Главной площадкой акции станет Красногорск, где помимо обливания пройдет турнир по кроссфиту на открытом воздухе для самых смелых спортсменов. Победителей ждут ценные призы и денежное вознаграждение. Встречаемся 25 февраля в Красногорске на площади перед Дворцом культуры Подмосковья по адресу улица Ленина, дом 3. Начало турнира по кроссфиту в 9:00. Официальное начало акции «Быть здоровым – это модно» в 11:00 по московскому времени. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте bytezdorovym.ru.rf. Количество участников ограничено. Быть здоровым! Это...